Добрый день, друзья. Сегодня у нас BlackBerry 8520 Curva и замена гнезда зарядки, которого здесь вообще нету. Такое гнездо новое. Включаем телефон. Снимаем эту панель мелкую внизу. Здесь два болта. Снимаем стекло. Это у нас на двустороннем скотче. Переднюю панель. Клавиатуру. И 4 болта, которые держат плату. Снимаем экран, потому что он будет нам мешать. Клавиатуру можно не снимать. Почистим от пыли. Почистили, залудить паяльником контакты. Добавим клюся. Ставим в держак для удобства. Греем снизу. Добавим припоя немного. Так я поставлю, чтобы вам было видно. Плата в этой модели очень термостойкая, поэтому ставим порядка 450 градусов.
ставим новый. Вот так вот просто. Проверяем посадку. Вроде бы все у нас нормально село, припаялось. Если есть какие-то сомнения, можно добавить припоя немного. Таким вот образом. На посадочные ножки тоже можно. Все, собираем телефон, проверяем качество, ставим экран. Каркас. Ставим батарейку. Проверяем лампочка красная загорелась, зарядка пошла. Клавиатура. Вставляем нижний стопор. Вот видите, появилась батарейка. Каркас верхний. Обратим внимание на эти пазы, которые вверху. Мы должны их надеть как бы на нижний каркас черный. Болты. Таким образом мы поменяли гнездо зарядки на BlackBerry 8520 за 10 минут. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки.
задавайте вопросы. Удачного дня. С вами был Дов.